Уважаемые гости, компания Codeline приветствует вас на нашей сегодняшней встрече, которая посвящена изменениям по налоговой отчетности, по НДФЛ. И поскольку сейчас мы должны в апреле отчитываться по итогам первого квартала 2023 года, об этом, собственно, мы и поговорим. Вы видите на экране наши контакты, адрес электронной почты, телефон, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине, например, вам не удалось досмотреть до конца вебинар или время оказалось неудобным, вы через некоторое время можете зайти на сайт, мы выкладываем записи вебинаров, и вы, соответственно, сможете посмотреть это в удобное для вас время, спокойно и вдумчиво. Ну, естественно, посмотреть другие материалы, может, что-то вас заинтересует или окажется полезным. Веду сегодняшний вебинар я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Мои контакты вы тоже видите на экране. Так что милости просим к сотрудничеству. Будем рады оказать вам любую помощь, которая касается семейства программы 1С. Программа нашей сегодняшней встречи – это отражение НДФЛ. Рассматривать мы будем и НДФЛ на примере демо-баз по 1С ERP и по 1С ZUB. Мы с вами будем переключаться туда, и нормативные, так сказать, материалы будем смотреть по слайдам, а потом будем переключаться на демо-базы и там уже ручками смотреть то, о чем мы проговорили. Отражение НДФЛ в конфигурациях мы с вами посмотрим. Подготовка к закрытию 2022 года – это уже немножко более, так сказать, архивные данные, потому что практически год мы должны были закрыть в марте месяце, но тем не менее, поскольку многие операции выполняются при закрытии месяца, то мы немножечко посмотрим еще и вот по этой теме материалы. Кроме того, поговорим о новшествах, которые у нас действуют в этом году. Ну, самое значимое, наверное, это начисление НДФЛ с авансов. И, собственно говоря, с января по сейчас уже апрель мы с вами еще посмотрим, что надо было сделать и в программах ERP, и в программах ZUB. Ну, то есть, так сказать, пройдем по регламентным операциям, по регламентным сервисам. Посмотрим, какие новые отчеты надо будет сдавать. Ну, соответственно, поговорим про сроки подачи отчетности и посмотрим дополнительные сервисы и отчеты. То есть еще раз напомню, что у нас теперь справки по зарплате отменены, но, соответственно, сотрудникам они будут нужны, поэтому посмотрим, что сотрудник может в этом случае получить самостоятельно. Итак, небольшой исторический, так сказать, экскурс. До 2023 года, вы все знаете, у нас действовал по НДФЛ такой порядок. То есть при получении дохода, то бишь заработной платы, такой доход признается по состоянию на последний день месяца, когда начислялась заработная плата. То есть, например, если мы получили в 15-х числах зарплату за март, то, соответственно, днем признания дохода считалось 31 марта. Сейчас у нас эта ситуация изменилась, и, соответственно, НДФЛ и начисляется, и удерживается уже не последним днем месяца, а будет считаться по дате фактического получения дохода, то бишь оплаты труда. И, соответственно, в этом случае НДФЛ мы удерживаем теперь и при выплате аванса, и, соответственно, при выплате любых межрасчетных выплат. Межрасчетные выплаты – это чаще всего отпускные, больничные, командировочные. Ну, то есть те выплаты, которые происходят в период между официально утвержденными датами выплаты зарплаты и закрытием месяца. А сейчас мы с вами вот такой слайдик посмотрим. То есть это отражение со ссылками на нормативные
нормативные документы тех изменений, которые у нас произошли. Напомню, что у нас в этом году действует немножко другой расчет по НДФЛ. То есть, соответственно, расчет НДФЛ у нас будет производиться с совокупной базы. И в этом случае мы должны учитывать нарастающее начисление, то есть 5 миллионов для совокупного дохода и плюс дивиденды, если они сотруднику считаются. Напомню еще один момент, что в 2023 году у нас введена единая дата и подачи отчетности, и перечисления единого налогового платежа. То есть подать отчетность мы с вами должны до 25, вот сейчас текущего периода, до 25 апреля. И для того, чтобы сделать перечисление, перечисления должны быть сделаны до 28 апреля, необходимо подать либо уведомление в налоговые органы об начисленных и удержанных суммах, либо, если вы с начала года не подавали уведомления, то вы можете сформировать платежки. Однако здесь действует правило, что если вы хотя бы один раз подали уведомление, то есть не платежки отправили, а уведомление, то в дальнейшем вы должны будете подавать только уведомление. То есть, так сказать, обратного хода уже не будет. И, соответственно, если вы подаете платежки, то там должны быть указаны уже современные, текущие, так сказать, коды. И обязательно это надо учитывать, потому что если платежка будет подана с ошибками, то будет требоваться перейти на систему подачи уведомлений. Соответственно, сейчас вы видите на экране табличку, ну, которая немножко систематизирует то, что я сейчас сказала. То есть налоговый кодекс у нас изменен. У нас перестало действовать с 1 января 2023 года пункт 2 статья 233 налогового кодекса. И вместо нее мы как бы... регулируется порядок под пунктом первым первой статьи 223 статьи 223 налогового кодекса. То есть, соответственно, налоговый кодекс как документ мы продолжаем использовать для НДФЛ, но изменяется статья. В прошлом году у нас, как мы говорили, уже действовало положение о том, что последний день месяца считается датой получения дохода. В 2023 году у нас считается дата выплаты заработной платы. И, соответственно, удерживать налог раньше необходимо было при окончательном расчете за календарный месяц, то есть когда мы закрывали сведения по заработной плате и перечисляли, соответственно, налоги и страховые взносы. В этом году мы с каждой выплаты должны удерживать подоходный налог. Вы видите сроки, когда, то есть период удержания НДФЛ у нас теперь, обратите внимание, удержание по 22 число месяца. С 23 числа текущего предыдущего месяца по 22 число у нас, соответственно, считается следующий период отчетный, а перечисляемый налог не позднее 28 числа текущего месяца. Ну, немножечко исключение, как вы видите, это у нас по декабрю, но поскольку декабрь мы уже пережили, то теперь у нас декабрь будет интересовать уже в отношении текущего года, то есть после весеннего, летнего периода и так далее. На что еще нужно обратить внимание перед тем, как вы будете подавать отчетность? Учитываются все налоговые базы по совокупности. Если до того, как ваши начисления не перевалят за 5 миллионов, то, соответственно, вы платите 13% суммы.
Если у вас начисления сотруднику нарастающим итогом превысят 5 миллионов рублей, то в этом случае платится с суммы 650 тысяч 13%, а с суммы превышения 15%. И в связи с этим в конфигурации 1С ЗУБ с 2023 года из учетной политики исчезает пункт «Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале». То есть теперь это действие будет производиться по умолчанию, то есть всегда. Ну, соответственно, утрачивают свою силу и настройки начисления и удержания НДФЛ в учетной политике. То есть НДФЛ всегда будет начисляться и удерживаться. Сейчас мы с вами перейдем посмотреть в демобазу. И сначала в демобазе мы с вами посмотрим в ЗУПе, то есть зарплаты управления персоналом, посмотрим, о чем я говорила, какая такая учетная политика. То есть вот мы сейчас переключаемся, и где нам искать то, о чем мы только что проговорили. То есть мы открываем, сейчас я немножечко перетащу линейку, чтобы она нам не мешалась. То есть у нас есть меню «Настройка», и когда мы переходим в меню «Настройка», у нас здесь есть сведения о предприятии. Мы нажимаем «Организация» и попадаем, соответственно, в список наших организаций. В моем случае, в нашей демобазе, он вот так вот выглядит. И я выбираю, соответственно, любую юрлицо, которое вас может интересовать, например. И посмотрим, мы с вами вернем сейчас линейку немножко обратно. Я открыла основную организацию, то есть моя организация «Крон-С». Ну, соответственно, вы видите, открылось диалоговое окно и разные закладочки. На закладке «Главное» у нас в основном регистрационные требования, регистрационные данные. И обязательно нужно отметить, есть или нет у вас обособленные подразделения, либо филиалы. А дальше закладочки «Основные сведения», адреса, телефоны. Это, конечно, нужно проверить в обязательном порядке. Так же, как и заполнение вот этой закладки, то есть адреса и телефоны – это контактные данные. Почему? Потому что во многих отчетах на титульном листе сведения берутся именно из этих полей. И если они у вас не заполнены, то декларация сформируется, ну или любой другой отчет сформируется, но на титульном листе вам придется либо в режиме ручного редактирования эти сведения заполнять, либо возвращаться сюда и уже, так сказать, ликвидировать последствия линии и заполнять это дополнительно. Обратите внимание на коды. То есть коды в нашем случае, в случае отчетности уже за первый квартал 2023 года, тоже имеют очень небольшое значение. То есть обязательно, чтобы у вас были заполнены коды АКВЭД, ну, соответственно, редакция 2, то есть это текущая редакция. Другие коды, которые здесь вот в нашем случае не заполнены, поскольку база все-таки демонстрационная. И если ваша организация является крупнейшим налогоплательщиком, не забудьте поставить вот здесь вот отметочку, то есть чекбокс. Сведения про фонды – это тоже обязательно, потому что они отражаются на титульных листах большинства отчетов, которые касаются зарплаты. Электронный документооборот. Вот здесь хочу немножко заострить ваше внимание, поскольку сейчас очень много отчетности, которая принимается только в электронном формате, то, соответственно, в 1С есть раздел. Сейчас мы на него посмотрим. Так, это мы с вами переключились на базу ERP. И здесь, допустим, вот в разделе «Регламентированный отчет», ну и не только здесь, есть блок 1С «Отчетность». То есть здесь собраны документы и сервисы, которые помогают сформировать и отправить в фискальные органы регламентированную отчетность, письма, там, сверки и так далее. Но 1С – это название не только блока, который вы сейчас видите, то есть отчетного, но это и название дополнительного сервиса. Этот дополнительный сервис позволяет
обмениваться напрямую из ваших конфигураций 1С с сайтами, например, налоговых органов, социального фонда и так далее. То есть минуя оператора электронных каналов связи. Если, например, вы раньше сдавали отчетность через СБИС, Астрал, Контур, то есть вы выгружали из 1С файл, этот файлик перегружали в контур оператора, и уже оператор отправлял ваши документы по нужному адресу. И, соответственно, в обратном порядке то же самое. То теперь получается, что вы прямо из конфигурации 1С можете спокойно сформировать и выгрузить напрямую на сайт, например, налоговиков, всю сформированную отчетность. Если я сейчас вот перейду по вот такой ссылочке, то есть это я перейду в журнал отчетности, которую я сформировала и, например, сдала, то у нас возникает, как в том кино, брюки превращаются, не очень быстро срабатывают вот такие тяжеловесные обработки. Ну, то есть вот у нас открылся журнал отчетности, и плюс к этому 1С не забыла себя похвалить, то есть вот информация по этому сервису. Вы можете почитать поподробнее вот здесь по ссылке, и подключиться к ней очень несложно, достаточно вот воспользоваться вот этой подсказкой. Соответственно, этот сервис позволяет сэкономить время на обмене информацией, документами. А это с учетом, что на некоторые, например, требования налоговых органов нужно ответить в течение 5 дней. Согласитесь, из этих 5 дней терять 2 дня на то, что обмен информацией займет дополнительных пару дней, уже будет обидно. Снова мы с вами сейчас переключимся в зарплату и управление персоналом. Не получилось с первого раза. Вот. То есть, соответственно, это у нас была с вами закладочка по ЭДО. А интересует нас на самом деле закладка «Учетная политика» и другие настройки. Ну, ответственные лица немножечко скажу, поскольку здесь вопрос связан с подписями. То есть, соответственно, когда вы назначаете каких-то ответственных лиц, ну, естественно, руководитель – это должностное лицо, которое может действовать без доверенности от имени организации. А все остальные, если вы предполагаете, что этими лицами должны быть подписаны отчеты, что на самом деле так и есть на данный момент, то на них нужно оформлять машиночитаемую доверенность. Достаточно много написано, как это сделать, мы не будем на этом останавливаться, но, соответственно, если вы сюда вводите ответственных лиц, то нужно заботиться про оформление, так сказать, про легализацию их подписи и в электронном документообороте. И, естественно, указать срок, с какого момента на них оформлены машиночитаемые доверенности. Следующий пунктик, который у нас здесь есть, это учетная политика. И вот здесь нам надо обязательно проверить. Вот, соответственно, поскольку мы говорим с вами про НДФЛ, то закладочку НДФЛ открываем и очень внимательно проходим по учетной политике. Обратите внимание на то, что здесь, во-первых, вычеты, поскольку мы все знаем, что вычетов у нас достаточно много, стандартные вычеты, налоговые, имущественные, на лечение, ну, то есть социальные и так далее. Обратите внимание по поводу вычетов, чтобы не потерять их из-за того, что вы, например, не поставили сюда отметку. И вот он наш НДС, то есть НДС, ой, НДС, НДФЛ, НДФЛ с аванса. Мы проставляем исчислять в момент начисления аванса. То есть вот эти вот настройки мы проверяем. Несмотря на то, что предполагается, что сейчас программа по умолчанию принудительно всегда удерживает НДФЛ при выплатах, то все-таки нужно это проверить. То есть исчисление НДС
НДФЛ, НДС все крутится на языке, исчисление НДФЛ и удержание исчисленного НДФЛ. То есть, соответственно, если у нас НДФЛ с аванса обязательный, то мы удержать при выплате аванса проставляем. Если у нас НДФЛ был в межрасчетный период, как я уже говорила, это могут быть отпуска, это могут быть больничные, то, соответственно, удержать при выплате межрасчетного начисления. Сейчас мы это дело закрываем. Ну и раз уж вы попали в учетную политику, то, естественно, не забудьте посмотреть. Сейчас практически все пособия ФСС у нас на прямых выплатах. Ну и, соответственно, в этом случае мы выставляем с какого числа. Есть и пилотные регионы, где прямые выплаты применяются уже достаточно давно. Есть те, которые перешли на прямые выплаты с прошлого года. Ну, то есть здесь нужно поставить то, что соответствует вашим реалиям. И просмотреть, есть ли у вас какие-то территориальные коэффициенты, например, которые могут быть применены для организации Крайнего Севера, приравненным к ним районам, и доплаты за работу в неурочное время. После того, как мы сходили и проверили учетную политику, нет, мы не будем сохранять изменения. Это касается зарплаты и управления персоналом. Мы с вами сейчас переключимся на ERP, на демобазу. И здесь мне просто хочется напомнить тем, кто работает с этими двумя конфигурациями, это знакомо, но если вы, например, только планируете переходить, то нужно учитывать, что функционал ЗУПа у нас применен полностью в ERP. То есть в ERP у нас используется функционал ЗУП Проф. То есть если вам необходима работа, например, с обособленными подразделениями, с госзаказами, то в этом случае вам лучше использовать ЗУП Корп. У него немного расширенный функционал. Но если этого не требуется, то есть обычный штатный функционал у нас присутствует практически идентичная функциональность и в ЗУПе, и в ERP. И в ERP немножко другая компоновка, но практически, вот мы с вами сейчас только что в ЗУПе смотрели отчетность. Вот если мы в ERP переходим в раздел «Регламентный учет», то вот у нас такой же раздел один в один. И точно так же есть регламентированные отчеты. И также, если я сейчас перейду в журнал регламентированных отчетов, то у меня вылезет рекламная ссылочка, и 1С будет хвалить сервис 1С отчетность, ну, что на самом деле имеет под собой почву. И функционал у нас тоже будет одинаковый. Немножко отличается компоновка интерфейса, но функциональность абсолютно и там идентичны. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайдики. То есть вот то, что мы с вами только что посмотрели, потрогали ручками. Следующий момент – это в ERP. Точно такие же настройки, про них нужно не забыть, потому что ERP, кроме того, что есть в ЗУПе, имеет и более расширенный функционал, и для него вот настройки, наверное, даже более критичны. Вот мы с вами переключились в демо-базу, и интересовать нас будет в этом случае раздел НСИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И здесь вот у нас меню организации, и абсолютно так же вот мы заходим в любую организацию. Напомню, что в ERP учетная политика – это как отдельный блок, который мы можем настроить, если, например, у нас есть юридические лица с идентичными налоговыми системами, то есть, например, на общей системе учета. Мы можем создать
одну учетную политику и потом выбрать ее для нескольких своих юридических лиц. В бухгалтерии, например, такой возможности нет. Там для каждого юрлица назначается индивидуальная учетная политика. Ну вот мы с вами переключились на учетную политику организации в ERP, и, соответственно, здесь такие же у нас закладочки: общая информация, регистрационные данные, и закладочки нас интересуют, это учетная политика и зарплата и кадры. Обращаю ваше внимание на закладочку «Зарплата и кадры», потому что с этого года, с 23 года, у нас применяется новый отчет ЕФС-1. Это отчет, который возник в связи с объединением фондов. То есть это объединение пенсионного фонда и соцстраха. И, соответственно, чтобы делать эти отчеты, необходимо добавить некоторые разделы в настройках. И, в частности, кроме зарплатных налогов и взносов, у нас есть еще раздел «Воинский учет». В связи с политической обстановкой воинскому учету у нас сейчас уделяется достаточно большое внимание, и поэтому не забудьте проверить в ERP конкретно, активировали ли вы функциональные опции, которые касаются воинского учета. Значит, если нет, то мы должны сюда зайти и через ссылку «Изменить» у нас доступна работа с этими документами. Ну, во-первых, здесь прекрасно реализованы все документы, которые касаются административного оформления, так сказать, воинского учета. Ну и во-вторых, когда мы сюда вошли и проставили отметки, то у нас активируется блок учета именно воинского учета. И в учетной политике, то есть в зарплате и кадрах, у нас, в принципе, именно революционных таких изменений в учетных политиках здесь нету, но все-таки проверить стоит. А вот на закладочке «Учетная политика» у нас достаточно много того, что нужно изменять, но в первом случае это касается общих настроек системы налогообложения. И вот здесь вот надо проверить, стоит ли у нас вот здесь вот отметочка, что уплачивается единый налоговый платеж. Поскольку налоги и взносы, НДФЛ в частности, мы должны перечислять единым налоговым платежом. На самом деле сейчас очень много и в информационных ресурсах, и в законодательных мелькает сведения о том, что НДФЛ должно быть выведено из единого налогового платежа или вообще отмена налогового, единого налогового платежа. Но, тем не менее, пока мест эта норма не отменена, мы должны пользоваться именно ею и, соответственно, перечисляем НДФЛ единым налоговым платежом, и он уже потом распределяется налоговыми органами, ну, в соответствии с теми начислениями, которые сделаны. Значит, на закладочке «Учетная политика» нас интересуют в первую очередь настройки системы налогообложения. И дальше мы с вами должны посмотреть в учетной политике по ПБУ, все ли у вас соответствует действительности. И, в общем-то, зайти вот по вот этой ссылочке, посмотреть. Ну, у нас в демо-базе, естественно, здесь нету настроек на этот случай. Но вам нужно проверить порядок уплаты авансов по налогам, если это требуется. Так, отсюда мы с вами уходим. Возвращаемся снова к нашим слайдам. Вот мы с вами посмотрели настройки и в ЗУПе, и в ERP, и, собственно говоря, двигаемся дальше. Это я вот на слайдике вам выделила рамочками те настройки, на которые вам нужно обратить внимание. Мы их посмотрели уже, так сказать, живую, потрогали, но тем не менее, у кого зрительная память хорошо срабатывает, то это для вас. Следующее, то есть если мы разобрались с начислениями и удержаниями, то что у нас происходит с перечислением? Соответственно,
У нас с вами, я уже говорила, период, который входит в расчеты, это с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Это сроки исчисления, ну и удержания. Перечислить налог, то есть произвести оплату, мы должны не позднее 28 числа текущего месяца. Поскольку у нас в настоящий момент действует положение, что мы и с авансов перечисляем НДФЛ, и с, допустим, межрасчетных выплат, то, соответственно, исключено положение о том, что НДФЛ может уплачиваться только за счет удержанных средств. То есть теперь налоговые агенты могут перечислять исчисленные НДФЛ из собственных средств. Вы видите на экране сроки. Ну, собственно говоря, что сроки-то уже достаточно много где освещены, прокомментированы. То здесь больше как напоминание. Вот этот слайдик. И для того, чтобы напомнить, что налоговые агенты могут платить из собственных средств налог. А теперь, где у нас должны отражаться именно произведенные начисления и произведенные удержания? Если мы с вами говорим про конфигурацию ЗУП, то вот вы видите на слайдике у нас меню. Верхняя линейка меню «Зарплата». И вот у нас здесь есть блок отражения, то есть бухучет по заработной плате и отражение удержанного НДФЛ в бухучете. То есть вот это вам нужно обязательно посмотреть, проверить, ну, соответственно, перед тем, как будем уже приступать к подготовке отчетности. И еще один слайдик мне хотелось бы вам показать. Это уже сама зарплата, то есть начисление зарплаты и взносов. И, соответственно, на закладочке начисления у нас с вами есть поле, где планируемая дата выплаты. То есть здесь мы проставляем дата, когда у нас, ну, например, по правилам внутреннего трудового распорядка должна быть выплата аванса или выплата заработной платы. Ну, а, соответственно, остальные табличные части у нас заполняются автоматически и, в общем-то, зависит от того, какие настройки вы ввели в программу, ну, на первых этапах, на начальном заполнении. И само начисление зарплаты, вот вы видите путь, то есть настройки, организация, учетная политика, бухучет и выплата зарплаты. То есть откуда берется информация для отражения вот в этом документе. Вот здесь обратите внимание еще вот на что. То есть раньше мы могли, допустим, в настройках программы, в локальных нормативных актах по организации установить выплату аванса фиксированной суммой или, например, там в размере не более 40% от оклада, ну, то есть от тарифа, по которому производится начисление заработной платы. Это положение мы могли использовать тогда, когда у нас не действовало то, что мы должны начислять НДФЛ с аванса. Поэтому сейчас такого положения нету. И, естественно, связано это с тем, что у нас сейчас уже не аванс как таковой, а расчет за первую половину месяца. Здесь нам никаких настроек делать отдельно не нужно, никуда никакие НСИ входить не нужно. Допустим, в ЗУПе, в зарплате управления персоналом, нам нужно только поставить флажочек. То есть, соответственно, у нас здесь будет галочка «Начисляется за первую половину месяца». Вы видите, вот здесь вот алгоритм написан, что нужно сделать и куда нужно сходить. Но напоминаю, что с этого года, независимо от того, что стоит в настройках учетной политики по НДФЛ, налог будет удержан при выплате аванса. То есть не получится вам написать, что, например, аванс там 40% столько-то рублей,
И НДФЛ не удержан. НДФЛ будет удержан по умолчанию. А еще один момент – это электронный документооборот. А поскольку у нас новый вот отчет ЕФС-1, который возник из-за слияния фондов, он вообще должен подаваться в электронном формате. Ну, естественно, это не единственный отчет, который должен быть в электронном формате. То есть те, кто на общем режиме, помнят, что НДС у нас тоже в электронном формате. А сейчас у нас и транспортные документы тоже могут подаваться в электронном формате. То есть электронный документооборот в случае работы с зарплатными и с кадровыми документами это стало достаточно актуальной темой. И точно так же это воинский учет. Про воинский учет я уже сказала немножко, потом мы к нему немного вернемся в конце нашей встречи. Но на самом деле электронный документооборот, кто-то работает через конфигурацию 1С документооборот, кто-то работает все-таки по старому через операторов. Но в этом случае не забывайте, что сейчас этот раздел, если можно так сказать, находится под пристальным вниманием, и у нас есть возможность электронного обмена не только с фискальными органами, но и облегчить себе задачу по работе с сотрудниками. Мы сейчас с вами переключимся на ERP. И посмотрим, что у нас для этого сделано именно в конфигурации ERP. Здесь у нас с вами, у нас будет интересовать раздел «Кадры» и раздел «Заработная плата». Смотрим в разделе «Кадры», что у нас касается НДФЛа. Ну, вот, к сожалению, медленно переключается. Вот. Обратите внимание, здесь есть вот такой блок, то есть раздел «Кадры», блок «Работа с кадрами», «Кадровые отчеты» и «Сервис 1С. Кабинет сотрудника». Я сейчас в него перейду поподробнее, а потом мы посмотрим, что с этим разделом у нас в ЗУПе. То есть «Кабинет сотрудника» — это дополнительный сервис, который освобождает бухгалтера от лишней нагрузки, то есть сотрудники могут через этот сервис получать интересующую их информацию, ну, например, расчетные листки, справки 2 НДФЛ и так далее. То есть более подробно по сервису этому можно посмотреть вот здесь по ссылке и, собственно говоря, кнопочка «Подключить». Как только мы подключаем, то дается ссылка на вашу подписку ЭТС, то есть на запрашивает ваши коды по подписке. И напомню, что есть несколько сервисов, которые по подписке, если у вас, например, ИТС Проф, вы можете использовать бесплатно, а если ИТС Техно, то требуется небольшая доплата. Но достаточно дружественные цифры, то есть, например, проверка контрагента в зависимости от того, сколько лицензии требуется, будет стоить порядка 4800 на год. Если мы делим на 12 месяцев, получается вполне себе дружественная цифра. То же самое это будет у вас не только проверка контрагентов, но и вот дополнительные такие сервисы. Та же 1С отчетность, про которую мы сначала с вами уже говорили, которую смотрели. Мы к нему сейчас вернемся. И, соответственно, здесь будет требоваться немного, так сказать, административных действий, то есть вы должны будете издать приказ о том, что назначаете такого-то ответственного сотрудника на эту дежурную, так сказать, жертву. Должны быть оформлены доверенности на то, что ему это поручено. И при переходе вот по гиперссылочкам, это то, что у нас синим текстом, здесь достаточно несложно, уже можно подключиться самостоятельно, почитать более подробно про этот сервис и так далее. В принципе, для бухгалтеров это очень хорошая тема, потому что она позволяет освободить их от работы именно с сотрудниками, когда требуется какие-то справки для банков сотрудников, ну и так далее. То есть сотрудники самостоятельно могут помочь родной бухгалтерии.
Сейчас мы снова с вами вернемся. Это мы с вами в демобазе ERP. И мы с вами перейдем снова в раздел «Регламентированный учет». И здесь нас будет интересовать немножко другое. То есть мы с вами уже открывали вот журнал поданной отчетности. И, соответственно, вот эти верхняя линейка меню – те же пункты, которые мы в разделе смотрели в горизонтальном, так сказать, вертикальном виде. И здесь тоже есть личные кабинеты. Но в отличие от личного кабинета сотрудника, который мы можем посмотреть либо через меню кадры, либо через меню зарплата, здесь личные кабинеты, которые касаются именно организации. То есть организация может сделать личный кабинет, зарегистрировать на сайте налоговой инспекции и, соответственно, в этом личном кабинете смотреть дополнительную информацию, переписку вести и так далее. Чем это отличается? То есть эти личные кабинеты отличаются от сервиса 1С отчетность. Сервис 1С отчетность позволяет вести обмен со всеми фискальными органами. Здесь немножко урезано, как вы видите, здесь есть личные кабинеты в некоторых фискальных органах, ну, например, статистика, Росприроднадзор, ФСС. Ну, сейчас это у нас не ФСС, сейчас это у нас Единый социальный фонд России, а в 1С отчетность там немножко более широкий ассортимент, если можно так сказать. Обратите внимание на статистику, если уж мы сюда попали. В этом году, поскольку введено достаточно много новых статистических отчетов, не забудьте проверить, не попало ли ваше предприятие в какие-то выборки. Потому что там есть отчеты, которые касаются штата, фондов, начислений и так далее. И, соответственно, поскольку раньше мы уже привыкли, что статистика не сильно как бы могла штрафовать или как-то по-другому какие-то карательные функции применять, то достаточно спустя рукава к этому относились. На самом деле, с прошлого года статистика имеет право и начала уже применять штрафные санкции, которые достаточно серьезные. То есть в случае нарушения срока сдачи или не сдачи вообще отчетности, штрафные санкции до 70 тысяч рублей, при повторном правонарушении до 150 тысяч рублей. И согласитесь, платить такие штрафы обидно, если вы просто забыли зайти на сайт и проверить, не попало ли ваше предприятие под какие-то выборки. Так, сейчас мы отсюда уходим и снова возвращаемся к нашим слайдикам. По НДФЛ, то есть что у нас касательно отчетности по НДФЛ. Ну, еще с прошлого года вы знаете, что у нас к отчетности по НДФЛ добавлены справки 2 НДФЛ, то есть мы с вами сдаем, сделаем сейчас вот так, сделаем с вами регламентированный учет. И возьмем конкретный отчет, который должны подавать по НДФЛ. Так, программа себя похвалила. Мы посмотрели, впечатлились и теперь хотим создать новый документ. Ну, во-первых, это достаточно привычный уже интерфейс. Практически на нем работают все. Но хочу обратить внимание вот на что. Так, сейчас подвинем нашу линеечку вот так вот. Проверьте, перед тем, как вы начали работать с отчетностью по НДФЛ, проверьте актуальность вашего релиза. Почему? Потому что было достаточно много всяких изменений. Большинство регламентных форм тоже были изменены. Где-то были изменены, скажем так, ну, революционно, где-то технически. То есть, допустим, добавлялись коды, еще что-то. И поскольку релиз программы изменялся часто, то более старые релизы не содержат новых отчетных форм, таких, например, как EFS или вот по НДФЛ новые. Значит, мы с вами воспользуемся вот этой пиктограммкой. Интересует нас раздел о программе.
И здесь мы видим информацию о платформе, на которой работает ваша конфигурация. И вот на самом деле информация про саму конфигурацию. Обратите внимание, у меня сейчас релиз 2.5.8.321. На самом деле это не новый релиз, от слова совсем. Сейчас у нас актуальный релиз 2.5.8.321. Это, вернее, извините, текущий, который у меня установлен. А актуальный, который вышел вот буквально недавно, будет 417. Еще разница в чем вот в этих вот циферках. То есть на самом деле релиз 2.5.8 – это релиз длительной поддержки. И как бы декларируется, что будет он действовать достаточно долго. А сейчас уже выпущены релизы 2.5.10, 2.5.11 и вот уже 2.5.12. На самом деле в этих релизах как бы достаточно много исправляется ошибок, там, ну, всякие доработки. Но если вы планируете, если вам нужно именно длительной поддержки, то лучше 2.5.8. Переходы между ними не слишком сложные. Главное не запускать и держать в актуальном состоянии программу. Сейчас я покажу, где можно, ну, скажем так, где есть небольшая, даже не знаю, как назвать, ложка дегтя, наверное, именно связанная с релизами конфигурации. Здесь у нас, вы видите, есть две закладочки. На закладочке «Избранные» отражается то, что у меня здесь есть, а на закладочке «Все», ну, соответственно, вся бухгалтерская отчетность, которая, ну, не только бухгалтерская, которая у нас действует. Если нас интересует отчетность фонда, то, как вы видите, здесь не убраны старые формы, не убраны совершенно сознательно, потому что, ну, допустим, текущий отчет, это ЕФС-1, вы его можете сформировать и из этого раздела, и из раздела кадры, и из раздела зарплата. Это одно, но, может быть, вам придется подавать какие-то уточняющие сведения за прошлый год, то есть в этом случае должна быть применена форма, которая действовала на тот период. Значит, и, соответственно, у нас налоговая отчетность. Это немножко экскурсия в сторону, потому что большие изменения у нас были по НДС и по НДФ, и по налогу на прибыль, поэтому вот обратите на это внимание. И, в общем-то, упс, это мы, 1С опять себя хвалит. Прошу прощения. Как видите, сейчас достаточно много обучающей информации о том, что изменения произошли, и предлагается пройти курс обучения. На самом деле это вызывает достаточно много вопросов, потому что людям бывает трудно сориентироваться. Так, снова мы с вами вернемся вот сюда. И, в общем-то, прошу прощения. Интересует нас отчетность, во-первых, фонды, а во-вторых, отчетность по физлицам. То есть отчетность по физлицам, вот она у нас, наши справки по НДФЛ. То есть, соответственно, вот у нас форма 6 НДФЛ, которую мы с вами должны использовать. И на что обратите внимание, это именно на релиз. Я для примера, ну вот выберу любую организацию, мы, естественно, выбираем отчетность за первый квартал, и вот на вот этот текст. То есть здесь, как вы видите, все изменения и изменения законодательства. Вот изменения законодательства, если вы сомневаетесь, лучше сходите посмотреть. Мы с вами перешли вот на, при переходе на, по этой ссылке, мы переходим на сайт, и, соответственно, в этом случае с вами можем на сайте посмотреть хорошо структурированную информацию по поводу всех новшеств и выбрать именно нужный релиз, если вдруг по какой-то причине у вас оказался не последний релиз с актуальной формой.
Хочу сразу сделать акцент вот на чем. У нас с вами по НДФЛ гораздо больше, ну, как бы информационных всяких сообщений, ссылок, информации на общих ресурсах. И, ну, как бы печатается достаточно много комментариев, какой релиз действовал в апреле, в марте, в феврале и так далее. А вот по отчету EFS-1, вот здесь вот нужно учитывать вот что. То есть смотрите, если я здесь формирую через вот этот журнал общих отчетов, ну, которые у меня уже были созданы, вот я хочу выбрать конкретно EFS-1. Здесь я выбираю отчетность по физлицам. Промахнулась немножко. Вот отчетность по физлицам. И в этом случае я опускаюсь по НДФЛ. Вот мы с вами уже посмотрели, что мы выбираем. И сейчас меня интересует EFS-1. Значит, я выхожу вот в это меню и выбираю, обратите внимание, СЗВТД. То есть СЗВТД – это бывший отчет в пенсионный фонд. Он то есть ЕФС заменил этот отчет, но, тем не менее, у него отличаются сроки, и если у вас приемы увольнения, например, были, то вы должны подать его не до 25 числа, как общеустановлен срок, а на следующий день после проведения кадрового мероприятия. Я выбираю вот этот отчет. Вот он у меня сейчас быстренько сформируется. И у меня при формировании отчета абсолютно привычная табличка. Также, в принципе, как и при формировании НДФЛ, 6 НДФЛ. Но единственная разница будет состоять вот в чем. Я не буду сейчас заполнять здесь данные. То есть, соответственно, когда я выбираю печатную форму документа, ну, ладно, провести и закрыть мне не даст, поскольку у меня не заполнена информация, то при переходе на печатную форму документа, вот видите, у меня сейчас выдает одну печатную форму СЗВТД. Если мы с вами переключимся на зарплату управления персоналом, например, в этом случае найти этот же отчет я могу через раздел «Кадры», «Электронные трудовые книжки». И здесь у меня есть возможность сформировать по кадровому мероприятию такой же отчет. Вот у меня уже есть сформированный, мы сейчас на них переключимся. В этом случае я при формировании печатной формы, вот у меня она заполнена, как вы видите, уже есть две печатной формы EFS-1 и СЗВТД. То есть отличается не сам отчет, к нему есть две печатные формы, а сам отчет на самом деле в достаточно привычной для нас форме. Поэтому я вот обратила ваше внимание на релиз, потому что в старых релизах вот этой печатной формы EFS-1 нету. Есть только старая форма СЗВТД. Это мы с вами прошлись немножко по, так сказать, дополнительным сервисам и дополнительным как бы инструкциям. И обратите внимание еще вот на какой момент. Значит, если вы сформировали все документы вовремя, правильно, то есть вы свою отчетность за первый квартал подали в нужные сроки, ничего не просрочили, все у вас хорошо, и вдруг вы получаете от налоговых органов уведомление о том, что у вас отчетность признана не предоставленной. Да как так? На самом деле, в 2021 году, в середине года, в июле, было принято очередное постановление, которое четко сформулировало критерии, по которым вашу отчетность налоговые органы могут признать не предоставленной. Сейчас мы с вами переключимся еще на картинку и посмотрим, в
В каком случае это может происходить? То есть, соответственно, как вы видите, здесь вот ссылка на нормативный документ. Ваша отчетность может быть признана не предоставленной со всеми вытекающими функциями, то есть и с блокировкой счета, и с попаданием вашей организации во все черные списки. Ну и сейчас это, соответственно, включение в банковские списки, светофор, то есть что вы попадете в красный сектор. Вот чтобы этого не приключилось, обратите внимание вот на что. То есть все расчеты, которые вы подали, могут быть признаны не предоставленными, если подписано неуполномоченным лицом. То есть при сдаче отчетности в первую очередь проверьте, не истекли ли сроки вашего КЭП, то есть квалифицированная электронная подпись, которую вы оформляли, должны были во всяком случае оформлять через налоговые органы. Если ваша отчетность подписана дисквалифицированным физическим лицом, то есть если вашего директора, например, внесли в такой список, естественно, это лучше выяснить раньше, потому что очень часто, естественно, директор может про это и не сказать. Ну и сведения о смерти подписанта до того, как отчетность была подписана, это понятно, что, в общем-то, мошенничество чистой воды, но тем не менее запросить выписку ЕГРЮЛ и проверить, какие данные там есть, нужно до отправки отчетности, а не после. Если в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений у руководителя. Вот это, к сожалению, достаточно часто встречающаяся ситуация, потому что, например, руководитель поменял паспорт по возрасту или, например, вступил в брак и изменил фамилию. В большинстве случаев, ну, конечно, поскольку часто и руководители, и собственники – это одни и те же люди, то они сообщают, но если это, допустим, крупнохолдинговая компания и кадровики сработали не так, как надо, не оперативно, то эта информация может быть не внесена в ЕГРЮ. Соответственно, в этом случае потребуется опять дополнительные телодвижения, внесение информации, исключение вашей организации из черных списков и так далее. Ну и вот мы подошли к самому интересному. То есть если в ваших расчетах обнаружены расхождения с контрольными соотношениями, это касательно НДС, или содержатся ошибки в расчете по страховым взносам. Соответственно, и 6 НДФЛ, и пенсионные, ну, сейчас это ЕФС-1. Такие ситуации бывают достаточно часто, особенно когда применяется либо неправильное округление, то есть неправильно округляются копейки, либо когда сведения о сотрудниках внесены не совсем правильно. Чаще всего это буквы Е и Ё в фамилиях. Ну, достаточно часто распространены такие ошибки. То в этом случае вы рискуете даже при своевременной отправке отчетности нарваться вот на такое предупреждение. А это предупреждение обозначает, что, соответственно, и блокируются счета, и все остальное. Еще один момент. Поскольку изменены сроки предоставления расчетов и уплаты, то есть НДФЛ с авансов, это, скажем так, лидер продаж в этом смысле, то изменены были и штрафы, штрафные санкции. Про это тоже многие писали, так что, возможно, эта информация уже не совсем новость, но напомнить про нее обязательно стоит. Это информация по штрафам. Штрафы, в принципе, не сильно изменились, есть и плюсы, и минусы. То есть сами штрафные санкции по персучету, например, остались такие же, то есть по 500 рублей за каждого сотрудника. А вот сроки оказались новые, то есть в прошлом году было 10 календарных дней, в этом году 20 календарных дней. И
такая самая приятная изюминка. В прошлом году снижение штрафов не было предусмотрено. В этом году, если мы уложились вот в отведенные дни, то есть 20 календарных дней, то в этом случае мы можем платить не полностью сумму штрафа, а минус 50%. То есть по такому алгоритму работают, например, ГИБДД. И касательно уточнений, то есть корректирующих отчетов. Вы в случае, когда вам налоговая прислала уведомление о том, что вам следует внести какие-то изменения, у вас есть 5 рабочих дней. То есть это вот именно тот срок, когда я говорила, что большое значение имеет прямой документооборот с налоговыми органами. В течение этих 5 дней вы должны устранить нарушение, ну, то есть подать, рассчитать, сделать корректировочную отчетность. Но здесь есть одна тонкость, то есть вы должны рассчитать новую базу, посчитать с нее, соответственно, новые какие-то цифры и в первую очередь их уплатить, а уже только после уплаты отправлять налоговые органы корректирующие отчеты. Вот в этом случае вы не попадаете под штрафные санкции. Если вы сделаете наоборот, то есть сначала все посчитали, подали отчет, а уже потом заплатили, вот в этом случае от штрафных санкций вам не удастся отвертеться. Ну, естественно, никто не отменял челобитную, то есть если вы получили какие-то уведомления из налоговых органов, то вы, естественно, пересчитываете, платите, подаете отчетность. Можно написать слезное письмо, что это было первый раз, никогда больше, ни шагу налево. В этом случае возможно, повторяю, то есть это не обязанность, не обязательно, но возможно, что у вас штрафные санкции будут либо снижены, либо вовсе отменены. И последние пару слов, у нас, к сожалению, уже время заканчивается. Мне хотелось бы сказать еще о воинском учете, потому что ему сейчас уделяется очень много времени. На самом деле воинский учет мы подаем не в налоговую, не в пенсионный фонд, мы подаем эту отчетность в военкоматы. И, собственно говоря, в военкоматах, во-первых, это тоже нужно сделать настройки в 1С-ках, для того, чтобы такая отчетность формировалась, мы с вами уже говорили об этом. И второе, то есть отчетность подается, опять же, в фиксированный срок. То есть в ЕФС вы подаете раздел 1, сведения о кадровых мероприятиях на следующий день после такого мероприятия, а в военкомат вы подаете сведения в течение 2 недель, то есть срок немножко более божеский. И здесь играет роль вот что, то есть, ну вот вы видите, в конфигурации отмечено, что мы должны в настройках изменить, то есть раздел НСИ и администрирование, в подразделе кадры, вот он у нас воинский учет, и мы с вами должны здесь обязательно проставить чекбокс, то есть вот такую зеленую галочку, что ведется воинский учет. В этом случае вам добавляется один отчет, который вы должны сдавать один раз в год, то есть в принципе не особо обременительно. Но кроме этого у вас может быть должности, которые попадают под бронирование. Тогда вы ставите флажок, чекбокс еще вот в этом окошечке, и тогда у вас добавляется еще 2 отчета, которые вы должны будете сдавать. Сдаются эти отчеты в военкомат. Если с военкоматом у вас есть электронный документооборот, то ваша жизнь достаточно облегчена. Если нет, то вы по старинке связывайтесь с военкоматом, выясняете, применяют ли они обычную унифицированную форму отчета, которая заложена в 1С, либо в некоторых военкоматах есть местные региональные формы отчетов, именно формы отчетов, и вам нужно эту форму взять. Ну и, наверное, все читали последние новости, что сейчас вводятся электронные повестки с военкоматом и так далее. То есть, соответственно, в этом случае вам нужно заранее проверить, что сведения, которые вы подадите в военкомат, соответствуют тому
той информации, которая имеется в военкомате. И у нас в 1С-ке есть специальный раздел. Вот сейчас мы с вами смотрим слайдик, где расшифровка, то есть меню «Зарплата» мы с вами смотрели. Это настройка учетной политики, закладочка «Зарплата и кадры». Вот он наш блок воинского учета, который мы активизировали, поставили чекбокс. И вот они наши документы, которые должны использоваться для военкомата. И здесь сейчас мы с вами, ну, допустим, вот в «Зарплату» переключимся. Так, вот у нас есть раздел «Воинский учет», и в этом разделе есть документы «Сверка карточек воинского учета с военными комиссариатами». То есть, соответственно, организация должна проводить такие сверки, проверять, что отражено в вашем учете и что отражено в военкомате, и, соответственно, приводить это к актуальным данным, скажем так, актуализировать данные. То есть не забудьте к этому сейчас тоже пристальное внимание, ну и, соответственно, это у нас тоже очередная головная боль. На этом, к сожалению, наше с вами время заканчивается. Я сейчас снова переключаюсь на наши слайдики. Вот. И мне хочется вернуться в начало, показать вам титульный лист для того, чтобы напомнить наши контактные данные. То есть наша почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта, по которому вы сможете позже посмотреть и запись этого нашего вебинара, и более ранние, которые, возможно, вас заинтересуют. Так что милости просим, будем очень рады сотрудничеству. Разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. На этом компания Coderland прощается с вами. Всего доброго, хорошего дня.